Ладно. Мы ставим экспансивную пулю вместо полуоболочной, потому что, очевидно, эти два оленя, если мы подойдем к нему в таком раскладе, будут нам боком. А значит, будет выстрел в легкие, скорее всего. Ну, это один из верняковых способов правильно убить животное и быстро. Вот. А вот для выстрела по легким экспансивное поле лучше, потому что она как бы внутри все разрывает. Вот если целить в позвонок или в шею, в смысле в шейный позвонок, шейные позвонки, короче, в шею, шейный отдел хребта, то гораздо лучше, или в сердце, где нужно точное попадание, то гораздо лучше, конечно, брать пулю с полимерным наконечником или любую тупоконечную, которая пробивная, которая низкая экспансивность, но большая пробиваемость. Этим мы заходим в бочину. Ой, там еще есть. Смотри-ка. Эти два-то хоть не сбежали, пока я тут рассуждал. 100 метров, 100 метров. Двоих сможем? Как думаете, чат, товарищи зрители? Можем двоих жахнуть теоретически? Если они меньше, чем в 100 метрах, я поставлю, наверное, тогда 75. Так, ладно. Вот это экспансивное. Если бы я себе стрелял в волочины, им бы прошло насквозь легкие, и они еще начали бы убегать. Причем эти твари, эти благородные твари, очень далеко могут с пробитыми легкими еще бежать. За ними надо было охотиться. А вот экспансивную бочину, прям вот, ну вот вы все видели. Прям как по учебнику. Бумц, бумц, рожей в пол. Не мучается животное, за это дают надбавку, за то, что ты там не пострелил его в ногу, и он еще полдня где-то там дотекал, умирал. А сразу раз, все, благородному оленю благородная смерть.